Всем привет! В этом видео покажу, как покупать те же самые памперсы дешевле, с хорошей скидкой. Некоторые думают, что это очень сложно. Покажу, насколько это на самом деле все просто. Смотрите, у меня есть такой телеграм-канал, называется промокод. Ссылочку я оставлю в комментариях в описании к видео, где собраны самые распространенные торговые точки промокоды. Здесь и доставка еды, и онлайн-кинотеатры, и банковские продукты с выгодными предложениями, магазины парфюмерии, косметики. В общем, есть все, что угодно. Мне сейчас нужен вот этот вот раздел с промокодами актуальными для Сбермаркет. Заходим. Я возьму сразу вот этот промокод на скидку от 1000 рублей, скопирую и перехожу по ссылке. Перешли с вами в Сбермаркет. Нужно войти. Так, сейчас. Захожу вот с другим номером телефона, потому что этот купон действует на первый заказ. Я просто использую другой номер телефона. Заказ будет делать со своего же устройства. Так, добавьте свой адрес. Пусть это будет. Все. Теперь смотрите, что нам нужно. Нам нужен вот этот раздел. Быстро. Чаще всего я пользуюсь им. Заходим в магазин «Магнит». Да, в «Магните», в «Пятерочке», в «Магнит Косметик» тоже есть подгузники. Кстати, очень часто на них и так классные скидки от производителей есть. А мы с вами сейчас их приобретем еще дешевле. Заходим в детские товары, подгузники. А, так, допустим, вот эти я возьму. Все, они у нас в корзине. Оформить заказ. Добиваем недостающие данные для доставки. Пусть будет первый подъезд. Так, телефон у нас есть. Предлагают доставку на сегодня, так как время уже позднее, когда я записываю видео. Соответственно, это я просто сейчас вошла в новый аккаунт. Там можно выставить, чтобы доставка была бесплатная. Стоимость сборки 59 рублей. Все, оставляем. То есть у нас, смотрите, сейчас до ввода промокода 1159 рублей к оплате. Мы нажимаем вот эту строчку «Промокод» и вставляем в скопированный нами промокод. Нажимаем кнопку «Применить». Бинго. Смотрите, 297 рублей у нас ушло из оплаты, и остается 862 рубля. Соответственно, вот если здесь у вас еще будут бонусы Сбер Спасибо, которые начисляются за каждый заказ, вы покупаете себе продукты, вы и так видите все скидки, как бы в одном разделе, такой раздел Сбермаркета тоже есть. Потом вы можете пользоваться промокодами, которые обновляются на постоянной основе, на разных условиях. Заходите на канал, на котором я эти промокоды для вас все собираю в коллекцию, самые классные, самые актуальные. И плюс еще за каждый заказ вам начисляются бонусы Сбер Спасибо, если вы расплачиваетесь с картой Сбербанка. И вот тут можно их еще в дальнейшем списывать. То есть вот эту сумму 862 рубля условно можно еще уменьшить. Пользуйтесь. Если появляются какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем пока.